Чтобы быть лучше всех, мы должны учиться у лучших. Сегодня опыт самых передовых государств может быть использован для того, чтобы и Россия стала сильнее. Поправки в Конституцию, обнуляющие срок президента, были приняты во многих странах. Таджикистан, Сенегал, Узбекистан, Перу, Буркина-Фасо, Киргизия и Бурунди. Они доказали, чем дольше президент находится у власти, тем сильнее страна, тем сплоченнее народ. Приходи на выборы и голосуй за поправки в Конституцию. Быть может, именно твой голос поставит нашу родину в список лучших прямо между Сенегалом и Бурунди. Мы вообще какие-то странные. Есть вещи, не так много вещей нас объединяющих. Но есть вещи, допустим, святые для каждого государства. Это флаг, это статус его президента. Да? Неважно, как вы к нему можете где-то относиться. Он глава страны, паспорт которого вы носите. Так что извольте его уважать. И на словах в том числе. Извольте уважать флаг, извольте изображать государственные символы. Не нравится? Засуньте язык то, на чем сидите. И удавитесь.